В Дербенте начались съемки многосерийного фильма «Русская жена». События картины разворачиваются в конце 2015 года, в разгар гражданской войны в Сирии. Старый Дербент выбран не случайно. Архитектура города в чем-то схожа с Дамаском и старыми городами Сирии, где разворачиваются события фильма. Съемки идут по всему городу. Большинство сцен обыгрываются на улочках Магальной части Дербента вдоль крепостных стен. Порой действия проходят в дербентских колоритных общих дворах. Артисты и съемочная бригада задержатся в городе до 8 сентября. Выбирали именно по красоте, по природе то, что подходит для по сюжету нашего фильма. Очень дружелюбно относится местное население. И хотят и сниматься, участвовать, записываются в актеры массовых сцен и помогают в производстве, в процессе съемочном. То есть участвуют у нас и работают, и так помогают. То есть очень, очень хорошо нас Дербент принимает.